Друзья, приветствую. Поступил к нам вопрос, всегда ли нужно молиться за людей, если они об этом просят, и как? Ну, с одной стороны, мы знаем множество призывов к молитве из Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Непрестанно молитесь». Христос говорит, чтобы мы молились. Апостол Яков пишет: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного». Но нам нужно соразмерять свои силы. Если мы начнем делать что-то сверх сил, то, как говорили русские люди, поспешишь — людей насмешишь. Потом где-то будем в бессилии валяться, в унынии, и ничего сделать не сможем. Так что, если вы, правда, имеете возможность помолиться за человека, то можете помолиться даже большой какую-нибудь молитву, там, акафис почитать можете, псалтир почитать, ну и тому подобное. Но если у вас нет таких внутренних духовных сил, то даже помянуть добрым словом, буквально сказать: «Господи, помилуй там раба Божия Иоанна» или «помилуй рабу Божию Марию», этого уже будет достаточно. Знаете, из таких маленьких наших слов вот так по кирпичику и сложится большая красивая молитва, храм молитвы. А вот если мы будем отказываться от даже такого маленького поминания человека в добрых молитвах, то недалеко и до жестокосердия. Мы сами можем оказаться в таком плачевном положении, когда ничего не сможем сделать и будем нуждаться в этих маленьких кирпичиках внешних со стороны. Так что не будем пренебрегать даже самой маленькой молитвой, особенно когда нас об этом просят, вот, так как сами можем оказаться в немощи. Но и будем соразмерять силы. Есть множество примеров в церковной жизни, когда люди взваливали на себя какие-то непосильные бремена, да, и потом уже за этих людей приходилось молиться, чтобы они хоть как-то могли жить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.